Волшебная азбука. Любимая книжка Кати. Потому что там есть ее любимое животное. И животное ожидает в 3D. Также тут есть алфавит с этими животными. Да, так будет удобно. Да, давай-ка покажем. Скачивается приложение. На книжке есть инструкция на любой гаджет. Ну, мы возьмем iPhone SE, который не бьется. Белка. Чтоб ребенок мог сам. Кать, спустись, пожалуйста. И пузо тоже. Корова. У коровы буква К зацепилась за рога. Му! Сказала ей сурово удивленная корова. Еще какое у тебя любимое животное? Вот, кто твой любимый зверь? Да, вот. Утенок. У утенка много дел. Он поплавать захотел. Взял с собой букву У и пошел нырять в пруду. Кать, давай сама покажи, как ты умеешь наводить. Давай. Тигр. Тигр смотрит осторожно. Букву Т потрогать можно? Походил кругами важно. Тронул лапкой Т отважно. Кстати, это у нас кто? Да. Кого еще? Давай, тебе еще кто нравится? Овечка, да? Да, в книжке есть наклейки, которые для детей постарше, конечно, потому что тут уже животных надо угадывать. Ну, а мы по принципу одинаковости наклеили. Овца. Смотрит пристально овца. Нет у буквы О конца. Не баранка и не сушка. Это круглая толстушка.